Итак, друзья, новость, которую сейчас, значит, активно пиарят наших СМИ. Пользователи устройств Apple в России начали испытывать проблемы с работой отдельных сервисов. Речь идет об App Store, Apple Music, Apple TV и погода и другое. Ну, значит, перестали работать вот эти сервисы. Отмечается, что в отдельных случаях восстановить работоспособность тех или иных приложений помогает включение VPN, как рассказал аналитик MRG Эльдар Муртазин. Проблемы с работой яблочных гаджетов никак не сопряжены с санкциями и прочими ограничениями. Более того, по его словам, днем ранее российские IT-инфраструктуры столкнулись с масштабной кибератакой. Друзья, ну одно дело масштабная кибератака, другое дело, естественно, когда компания Apple что-то... значит, создают. Но компания Apple ничего не сообщает по поводу, что что-то блокируется в России. Однако и компания Microsoft тоже ничего не сообщала. Но, как мы знаем, сейчас без VPN нельзя скачать образ Windows 11 и вообще скачать Windows 10 никак с официальным сайтом Microsoft без VPN. Причем Microsoft ничего официально не сообщал, никак это вообще официально не комментировал. Кроме того, Эльдар Муртазин подчеркивает, что все сбои в работе приложений и сервисов носят краткосрочный характер, поэтому пользователям следует ожидать восстановления их полной работоспособности в ближайшем будущем. Друзья, ну я зашел в App Store, да, со своего iPhone, и все работает сейчас, по крайней мере, у меня нет никаких претензий, ну кроме того, что Apple, конечно же, так себе работает по сравнению с топовыми андроидами. Друзья, вот, собственно, и все. Вот такая вот новость. Возможно, это компания Apple специально, знаете, как и Microsoft, делает втихаря, но это не точно. Ссылка на новость в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.